В нашей области большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, укреплению здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. В связи с этим накануне после капитальной реконструкции сдали в эксплуатацию спорткомплекс «Улан». Стоит отметить, что в торжественной церемонии открытия комплекса, включающего все виды массового спорта, принял участие аким области Бердубек Сапарбаев. Он провел и встречу с любителями спорта. Безусловно, здесь созданы все условия для проведения активного досуга всей семьей, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения горожан в занятия спортом. Комплекс способен принимать сотни человек в день. Спортивный объект включает одно футбольное поле, 3 мини-футбольных поля, 1 борцовский зал, 1 зал для рукопашного боя, 1 зал бокса, 2 зала карате. Кроме того, здесь также имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Специалисты отмечают, что новый объект соответствует всем современным стандартам. По поручению главы государства мы строим много спортивных площадок для создания условий для спортсменов нашего региона. Наша общая цель – улучшить показатель, занимающийся массовым спортом, так как успех любой страны в первую очередь зависит от здоровья нации. Спортивный комплекс, построенный в 1988 году, находится на балансе специализированной детской и юношеской спортивной школы номер 5. Директор учреждения, мастер спорта по греко-римской борьбе, призер Олимпийских игр Акжурек Танатаров отметил, что жамбылские борцы, дзюдоисты, боксеры являются победителями на различных соревнованиях. И теперь возглавляемый им спортивный объект намерен развиваться в этом направлении и готовить олимпийских чемпионов. У нас есть много планов на предстоящий 2021 год, которые позволят нашим молодым спортсменам следовать за нами. Надеемся, что в будущем наша молодежь будет отстаивать честь Казахстана на престижных мировых соревнованиях. Долгожданную радость жителей разделил и известный казахстанский тайквондист Руслан Джапаров. В детстве его тренировки проходили здесь. Он искренне рад, что стадион обновился и теперь дети будут заниматься в более комфортных условиях. Дана Самат, Асылбек Жолшубек, 77 News.